Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Россия нанесла удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский центр по примирению враждующих сторон, Су-24 ВКС России нанесли удар по террористам в сирийской провинции Идлиб. Сообщается, что атака российских ВКС помогла правительственным войскам Башара Асада отразить нападение. Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами Су-24 ВКС России был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов, цитирует ТАСС сообщение Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии. На данный момент известно, что в ходе авиаудара ВКС были уничтожены один танк, 6 боевых машин пехоты и 5 пикапов крупнокалиберным вооружением. В ЦПВС сообщили, что протурецкие боевики при поддержке артиллерии и вооруженных сил Турции прорвали оборону сирийской армии в районе Кминоса и Найраба. Также сообщается, что турецкие вооруженные силы прекратили артобстрел позиций войск Башара Асада. По сообщению Центра по примирению сторон, это произошло после того, как российская сторона обнаружила эти удары и сообщила об этом турецкому командованию. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.